Всем огромный привет! Я очень рада вас приветствовать на своем канале. Мы находимся в магазине Fix Price по адресу город Ростов-на-Дону, проспект Сиверса 1. Сегодня в магазин поступило много интересных товаров. Я желаю всем приятного просмотра и отличного настроения. Не забывайте подписываться на мой канал, а также нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. А также подписывайтесь на мой инстаграм. Вот это новая сумка для обуви. Посмотрите, какие яркие сумочки. Состав: полиэстер, нейлон, железо. Сумочки представлены в нескольких вариантах. Стоимость сумки 299 рублей. Все прошито аккуратно, смотрите. И еще есть вот такие сумки для сменной обуви. Так, стоимость такой сумочки 99 рублей, но они очень тонкие. Обратите внимание, то есть эти прям потолще, а эти тоненькие. Цвета также представлены в ассортименте, есть прям детские с единорожком, есть для мальчиков. И еще я увидела такие новые сумочки, стоимость пока их не указана. В нескольких вариантах: в сером цвете, также в коричневом с мишкой. Следующие сумки новенькие. Сумочка имеет одно большое отделение на замочке. Также она с ручкой. Стоимость такой сумки 299 рублей. И в синем цвете. Осталось буквально несколько штук. Снова поступили кошелечки за 199 рублей. Очень мягенькие. Имеют одно отделение на замочке. Вот такой котик. Стоимость 199 рублей. Щетка для умывания стоимостью 149 рублей, сделана из силикона. Настольное двустороннее зеркало имеет двойное увеличение. Стоимость такого зеркала 199 рублей. Следующая новинка – это спортивный коврик-подушка. Идеально подходит для йоги. Предназначен для комфортного выполнения упражнений. Стоимость такой... Стоимость такого коврика 199 рублей. Нескользящая поверхность позволяет фиксировать упоры на полу. Новенький массажер для головы стоимостью 99 рублей. Улучшает кровообращение, стимулирует рост волос, мягко массирует кожу головы. И еще одно маленькое зеркало настольное с подсветкой. Три уровня яркости. Стоимость такого зеркала 249 рублей. Следующая новинка — это гребень для волос за 99 рублей. Также есть в голубом цвете и в оранжевом. И маленький за 55 рублей. Поступило много ковров. Первый коврик 50 на 76 сантиметров стоимостью 149 рублей. Такой коврик можно постелить переднюю комнату, я думаю, будет хорошо смотреться. Следующие коврики для ванны. Смотрите, какие они яркие. 40 на 60 сантиметров. Коврики очень мягкие. Стоимость таких ковриков 299 рублей. Состав: ПВХ, полиэстер, поролон. О, какие яркие летние вообще. Как вам такие коврики? Пишите в комментариях. Welcome. Новые наушники женские стоимостью 249 рублей в розовом цвете. Вот такие пушистые в сером цвете и в белом. Новые женские носки за 55 рублей. Состав: хлопок, полиамид, эластан. И еще одни женские носки. Состав: хлопок, полиэстер, полиамид, эластан за 59 рублей. Также и в желтом цвете, в голубом цвете и в синем. В фикс прайсе очень много заколок для волос, резинок для волос. 5 штук за 55 рублей. Вот такие новенькие бантики за 55 рублей. В розовом цвете есть, также в желтом цвете. Набор аксессуаров 4 предмета, бантики за 55 рублей, заколки 2 штучки за 55, маленькие kids. И смотрите, какие красивые бантики. Не помню стоимость, но, по-моему, 55 рублей. И вот такие новенькие за 55.
Давайте посмотрим отдел с канцелярии. Первое — это набор шариковых ручек, новинка. 10 штук, синие чернила за 55 рублей. И еще один новый набор шариковых ручек со цветными чернилами. 10 штучек цвета за 79 рублей. Новый набор канцелярских ножей, 2 штучки, лезвие 9 мм, имеет фиксатор лезвия, стоимость 55 рублей. Цвета в ассортименте есть в синем цвете, в желтом цвете, в красном и в зеленом. Следующая новинка — это набор светоотражающих стикеров для одежды. Сзади на упаковке указана инструкция, подходит для верхней одежды, повседневной, головных уборов и тканых частей обуви. В наборе 8 штук прямоугольников, 10 штук прямоугольников, 10 треугольников и маленьких тоже треугольничков, 10 штук. Стоимость таких стикеров 55 рублей. И еще один новый набор шариковых ручек, синие чернила, в наборе 6 штук, смотрите, какие красивые, стоимостью 79 рублей. Набор маркеров с эффектом металлик, 8 штук за 99 рублей. И еще одна новинка — это набор мини-карандашей, в наборе 12 штук, утолщенные карандаши, 79 рублей. Новые закладки книжные за 55 рублей. Шампунь 3 в 1. Шампунь, гель для душа и пена для ванны с хлопком и с ромашкой. Объем 400 мл, стоимостью 79 рублей. А также есть депантенол и салой вера. Шампунь для ухода за волосами «Сила и блеск», яблоко и листья оливы. Для нормальных волос, объем 250 мл, стоимость 99 рублей. Следующая новинка – это большая настольная игра «Дом с привидениями». Двустороннее поле, 170 см, игры с заданиями, число игроков от 1 до 6. В комплекте двустороннее игровое поле плюс инструкция. Стоимость, к сожалению, пока не нашла. Обратите внимание, что игры разные. Еще есть Человек-паук и для девочек. А еще в фикс-прайс поступили новые книги, художественная литература, 299 рублей. Вот, кстати, в фикс-прайсе очень выгодно покупать книги. Уже, наверное, книжек 6-7 я купила точно. В других магазинах эти книги намного дороже, поэтому я советую в фикс-прайсе покупать книги. Литературу вот всего лишь 299 рублей. А бывают книжечки и по 99, и по 149. Новинка – это картины своими руками. Творческий мотиватор. Смотрите, какая большая книжка, картина. Организуй свою выставку. Давайте посмотрим с вами странички. Так, смотрите, на каждой странице указано, как ее нужно складывать. Кофе. Ой, мне кажется, это очень интересно. Мысли креативно. Даже, может быть, самой купить. Вот, сзади указана подробная инструкция. Двусторонняя рамка для 12 мотиваторов или 12 собственных рисунков. Так. Универсальный формат для творчества 3 в 1. И стоимость всего лишь 99 рублей. Осталось только 2 картины. Смотрите, поступили новые сказки для малышей по мотивам истории. Стоимость таких книжечек 149 рублей. Значит, вот так выглядят странички. Очень яркие. Хочу сказать, что представлены в большой коллекции. Муми, тролли. Также, смотрите, группа дружная. Говорить неправду. Мышонок Тим. Подарочная книга «Космические гости». Стоимость 199 рублей. Новые наборы для оригами «Мир животных». Схемы простые и сложные. 12 готовых схем, стоимость 79 рублей. Серия оригами. Зима, мир животных, Новый год, для маленьких принцесс, транспорт и животные с растениями.
тетрадь для детского творчества, 4 клейкие ленты в комплекте, 8 страниц шаблонов. Создай свою аппликацию. Стоимость 149 рублей. Указана инструкция. И еще одна новинка. Мультяшные истории. 3 истории. Лучшие друзья. Стоимость, к сожалению, я не нашла. Следующая новинка – это обогреватель настольный. Смотрите, какой. Вот это да. Так, состав: полипропилен, сталь, медь, ПВХ. Срок службы 1 год, длина кабеля 100 сантиметров. Стоимость такого обогревателя 299 рублей. Как вы думаете, хороший ли будет обогреватель?